Ровно 123 года назад, 8 августа 1899 года, американец Альберт Маршалл получает патент на агрегат, который мы привыкли называть холодильником. Современный мир практически невозможно себе представить без такого устройства. Оно настолько глубоко проникло в нашу повседневную жизнь, что порой целые отрасли зависят от исправности рефрижераторных установок. Георгий Салиев подробнее. Начиная с древних времен, люди озадачились проблемой сохранения продуктов. Когда-то для этого использовались погреба, куда с зимы стаскивался лед, а некоторые народы севера до сих пор пользуются природными источниками холода. Все изменилось изобретением первого холодильника, причем Маршалл здесь не был пионером. Еще в середине 19 века Фердинанд Карре построил абсорбционную холодильную машину, правда, популярность его устройства так и не нашла. С 20 века холодильники стали неотъемлемой частью бытовой и промышленной жизни человечества. Одна из сфер, где наличие холодильных установок жизненно необходимо – рыболовная отрасль. Именно благодаря гигантским холодильникам на столах россиян есть свежая рыба, которую развозят из нашего порта по всей стране. Хранение продукции в современных особенно условиях, когда очень большая продолжительность трасс, доставки – это основа. Надо сохранить продукцию, причем сохранить не просто, что вот заморожено, а чтобы она была высокого качества, именно заморозка была, и единственное, первый раз, как бы, чтобы заморозка была. Поэтому холодильники, являются, базой. По словам начальника службы эксплуатации холодильных установок рыбного порта, принцип работы у промышленных и бытовых холодильников примерно одинаковый. Принцип действия у всех один, как говорится, кто знает, обратный цикл Карно, так называемый. Из чего сделано, немножко разные, конечно, вещи. Бытовой холодильник от нашего холодильника отличается. А принципиально это холод. Изнутри холодильная установка порта впечатляет. Люди, здесь работающие, по сути, находятся в полноценной морозильной камере. Правда, размером она с ангар. По большому счету, продукция, для которой нужны такие установки, долго на месте не лежит. Как можно быстрее ее отправляют на реализацию. Именно благодаря изобретению холодильника каждый из нас может полакомиться свежей рыбой, мясом или мороженым, которого порой так не хватает летом.